Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. И снова выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, легкого стройного дня. И напомнить вам про одну интересную стройную фишечку дня. Показываю. Видите, она состоит из двух предметов: апельсин и ножик. И вспоминается сразу из детства. Помните, мы делили апельсин, много нас, а он один. Ну, про апельсин я как-то вам уже напоминала. Сегодня я просто хочу вам показать простой способ почистить апельсин. Многие недолюбливают этот фрукт, потому что его не просто чистить, особенно если у вас маникюр с длинными ногтями, который страшно сломать. Но есть один способ, про который я, кстати, узнала достаточно недавно, поэтому я думаю, что, возможно, и найдутся среди вас те, кто первый раз увидит этот простой способ почистить апельсин. Итак, делается очень просто. Делаются перпендикулярные надрезы по кругу. Сначала один, чуть-чуть надрезайте, чтобы прорезать только кожицу. И потом перпендикулярно еще раз по кругу. Обязательно желательно взять очень острый нож, тогда это сработает. Вот, завершили круг, готово. А вот видите, да, такие как бы крестообразный надрез получился. Теперь берете чуть-чуть ногтем или можно тем же ножиком подцепить и спокойненько снимаете вот такими дольками. Ну, дальше я показывать не буду, в принципе, в любом случае то же самое получается. Ну, может быть, иногда чуть-чуть сломается, все равно это гораздо проще, чем без ножа чистить апельсин. Пользуйтесь этим способом и чаще включайте в свой рацион это замечательные продукты, ведь цитрусовые, помимо того, что там есть клетчатка, витамины, они еще и помогают разгонять обмен веществ. А я зимой так без цитрусов не представляю свой день совершенно. Пользуйтесь. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи и обязательно ставьте лайк под этим видео. Всего вам доброго. Пока.